село Межигорье, Закарпатская область. Мы проезжали блокпост, остановили нас, забрали мужа. Я нахожусь посреди непонятного села, сама, с ребенком. Я не знаю, что мне делать. У меня ребенок плачет, я не могу никуда ехать, потому что у меня состояние просто судорожное. Пожалуйста, я не знаю, что делать. Ребенок плачет целый день в истерике. Просто ревет. Вот, посмотрите, у меня ребенок... Ребенок ревет. Я плачу, я не знаю, что делать в этой ситуации. Пожалуйста, помогите мне. Мне мужа забрали, военные, забрали его документы. Забрали все полностью, связи с ним нету. Его забрали, как мне сказали, в ХУСТ. Где это, я не знаю. Я не знаю, где мне ночевать и что мне вообще делать.